Лондон, 60-е. Все только и говорят о братьях Крей. Я тут, чтобы настреляться вдоль. Зачем тебе скалка? Испечь мне торт? Рэч. Можно дать сдачи? Это братья Крей. Рональд и Реджинальд. Ты сводишь меня с ума. Ты, наверное, Фрэнсис. Привет. Думаешь, мы похожи? Тебе нравится быть гангстером? Мне нравятся деньги и уважение. Твой брат Рон – конченый псих. У него не все дома. О, нет. Нет. Стрелять! Да, стрелять! Как в вестернах. Я говорю о гангстерах, то есть о нас. Мафия навела справки. Лондон станет европейским Лас-Вегасом. С нашей помощью. Поезжай в Филадельфию. Привези оттуда итальянку. Что скажешь? Предпочитаю парней. Итальянцев, иногда греков. Я непривередлив. Какой смелый. Признаться в таком. Мы с моим братом будем править Лондоном. Что, уже не смешно? Ты спятил? Разберись с Роном. Я не могу. Он мой брат. Зачем мне такая жизнь? Она знает о нас слишком много. Если будет надо, достанем их из-под земли. Я не брошу своего брата. А кто не бросит меня? Криминал – такой же бизнес. Вы же не хотите войны? Вообще-то хотим. Взгляни на себя, Ро! Ты псих! Твоя кровь гуще воды. Ты ударил меня. Ты же никого не боишься. Только себя. И тебя.